Очень тяжелый пакет. Очень много всего. Приятно, когда покупаешь вещь за 80 рублей, а все думают, что она стоит 90. Бесконечно я доставала эти пакеты. Я доставала пакет, а в нем был пакет. Надеваю носок на руку. Я уже ничего не жду. Нет, это просто невозможно. Я вообще не понимаю, это создано на человеческую особь или на какую? Вот это типа вместо груди? Почему? Но я безумно сильно в разочаровании. Абсолютный ноль. Всем привет! Сегодня пришли посылки с Алиэкспресс. Вы знаете, так много с Алиэкспресса, ребят, я никогда не заказывала. Здесь будет абсолютно максимальное количество денег, максимальное количество покупок с Алиэкспресса. Я не уверена даже, что это войдет в одно видео, потому что здесь... Очень тяжелый пакет. Очень много всего. Мне даже интересно, как много вещей в одну посылку объединили. Внимание, предыстория! Я поехала в магазин, чтобы купить себе тупо одежды на зиму и на осень. Хочу немножко поменять стиль. Хочу, знаете, быть такая более вам, более классе. Так вот, прихожу во все магазины, понимаю, что мне вообще ничего не нравится. Просто ничего. И потом я подумала, решила, ну вообще-то реально в последнее время всю одежду, которую я ношу, или это мой кастом, или Алиэкспресс. Поэтому заказала, короче, кучу всего с Алика. Поэтому у меня большие надежды, если будет плохая одежда, я не знаю, что будет. Бесконечно я доставала эти пакеты. Я доставала пакет, а в нем был пакет. Когда я доставала пакет, который был в пакете, и там был пакет, я доставала еще один пакет, и снова пакет. Пакеты казались тогда мне бесконечными, но я не знаю, ничто не вечно, кроме нашей души, наверное, если она существует. В общем, пакетов было много. Приступим к распаковке. Была вот какая-то странная рваная субстанция в такой упаковке. Ага. Очки. Ожидания от покупки. Учишься балету, Поттер? Заткнись. Я хотела себе имиджевые очки а-ля Гарри Поттер. Давайте оценим очки за 90 рублей. По-моему, они столько стоили. Нет, они стоили 80. По качеству 90 рублей. Приятно, когда покупаешь вещь за 80 рублей, а все думают, что она стоит 90. Они мне не идут. Минутка тестов и типирования. Как вы думаете, на какой факультет попали бы вы и куда бы вы меня отнесли? Представим, что вы волшебная шляпа. Рубашка черная, обыкновенная. Конечно же, материал синтетика, но он достаточно приятный. Он хорошо прилегает к телу, и знаете, под текстурой нечто среднее между шелком, я бы так сказала. Шелком и синтетикой, синтетический шелк. Как он называется? Интересно. Спросим у Давида оценивание данной рубашки. В этой рубрике он будет оценивать мою одежду, потому что это новый стиль, и ему с этим еще неизвестно сколько жить. Давид! Черная обычная рубашка, оценивай. Черная обычная рубашка. Все, спасибо, пока. Ну, в целом это все. Мне кажется, тебе пора сменить стиль, ты не подходишь под мой новый стиль, Давид. Противоположности притягивается. Нет, у нас так не работает. Я должен быть как ты? Да. Твой стиль теперь должен быть... А где моя черная рубашка? Mm-hmm. Возможно, она есть. Должен быть теперь как такой, а-ля полуупырь. То есть мы две половинки упыря вместе... Объясним цельнозерновой упырь. Упыри так не делают, они серьезные. Подожди, нельзя смеяться, прости. Ты не похож на упыря, иди. Следующие вещи, будь нормальным упырем. О! Какое это платье? Это не какое-то платье, это то самое платье. Когда я увидела это платье, я смотрела на него. К сожалению, оно не смотрело на меня, ведь это платье. Но я поняла, что я могу позволить себе это платье. Поэтому я его купила. И теперь мы вместе. Ну, в общем-то. И вот теперь, пройдя столько испытаний, мы наконец-то воссоединились. Ожидание от покупки быть секси-кей-паперкой. Так, проверяем вещь номер два. Смотрите, ну на самом деле, я думала, что она будет гораздо хуже, но нет, она, в общем-то, очень фэнси и достаточно в моем новом стиле, ну, как вы уже поняли, называем его полуупы. Так, Давид, оценивай. О, упырска. Теперь я тоже упыр. Тебе нужно поработать над своим имиджем, ты не сдержан, ты слишком весел. Я пересмешу. Да, пожалуйста. Оценивай вещь. Сбил меня. Я так долго готовился. Давай еще раз, выходи. Нет, уходи. Так, оценивай. Сдержанно. Черно.
Не, серьезно, круто. Тебе нравится? Да, сексуальные дырки мне нравятся. Да, чтобы в них ходить так по улицам. Я просто люблю сексуальные дырки. Господи, иди на свой Twitch-канал и шути там со своими подписчиками такие шутки, а моих людей не кринжуй, пожалуйста. Извините, у нас просто разная аудитория. Вот в их аудитории такие шутки считаются типа смешными, понимаете, да, с кем я живу. Вердикт – однозначно хорошая покупка. Продолжаем гигантский обзор. И снова черная вещь. Блин, черт, я абсолютно точно помню, как выглядел этот, с позволения сказать, жакет. И на сайте он выглядел очень хорошо. Но мне, не знаю даже, можно ли это оценить, как хорошо. А можно оценить реальность. Есть два реальности. Реальность один. Реальность 2. В ней существует утюг. Используется все, что входило в комплект. Так, короче, я таки надела этот пиджак, этот жакет. И знаете, я чего-то явно не понимаю. Я знаю, что такое оверсайз. Весь мой гардероб буквально это и есть оверсайз. Но он не выглядит как оверсайз. Он выглядит именно, знаете, как вот вещь, которую ты просто взял у своей бати или у своей мати. Неправильно объяснилось, но вы все поняли. И оно тебе тупо не по размеру. Знаете, есть вот четкая грань между все-таки оверсайзом, между одеждой, которая просто большая. И вот это выглядит именно как большой жакет. И я этому разочарована. А еще 500 тысяч миллионов раз пыталась его и отпарить, и прогладить, и что только не делать, он все равно выглядит какой-то мятый. Ну, я не знаю, по качеству норм, но все остальное не норм. Дали по цене от 1 до 10. Жопа какая-то. Тебе не нравится? Вообще. Почему? Она выглядит реально, как будто ты чей-то пиджак сперла и ходишь в нем. То есть все-таки я не заблуждаюсь в своем мнении? Не-не, он прям у тебя и в плечах висит, это вообще что-то херня какая-то. Хочешь надеть ты? Ну, я думаю, даже на меня, мне кажется, будет велик. Так, все, я раздеваюсь. Так, попробуй реально, точно он очень большой. Так сразу туда, давай. Так, Давид, давай. Ну, я уже чувствую, что он велик на меня даже. Нет, Давид, он... Блин, все, Давид. Или даже как раз. Нет, ну, Давид, правда, он... единственное, видишь, вот в чем дело? Это я завернула, потому что мне велико было. В смысле? А. А. Нет. Черт! Он как бы мне по размеру даже немножко велик, но в руках он при этом короткий. То есть все-таки он на мои параметры, и я покупала, не ошиблась в размере. Ну да, он очевидно как-то по-дурацкому выглядит, очень маленький. У меня слишком длинные руки. Нет, это не... Но на самом деле мне нравится, как этот жакет сидит на тебе, несмотря на то, что выглядит достаточно странно в домашней одежде на жакете. Так хреново, да? Нет, ладно, тебе он тоже не идет. Я подумала, что это классно, тебе, видимо, просто вещи такого кроя подходят сами по себе. Ну да, помойка. А жаль. А жаль. Иногда мне кажется, что мне не везет, потому что, ребят, ну как вам сказать? Пока что все, что я могу сказать, что по дизайну это вещи классные. Но, к сожалению, с качеством в этот раз совершенно не повезло. Вся вещь была полупрозрачная, торчали везде нитки, бантик грустно висел вниз, так как будто он никогда не видел ничего хорошего. Я не знаю, что с этим делать. Я хотела быть Wednesday Addams, но, походу, останусь собой. Вообще, мне бы очень пошло это платье с этим макияжем. Так, Давид, новое платье. Оцени, пожалуйста. Оно мятое, но милое. Насколько хорошо или плохо оно выглядит? Если я так пойду в какой-нибудь дорогой магазин, я сойду за свое или выглядит, ну, типа, что на салике? Честно, мне напоминает какую-то, знаешь, костюм горничной. Ладно, забудьте все, что я сказала, платье не очень. Ну, правда же, похоже на очень-очень не очень костюм горничной. То есть лучше в этом никуда не ходить? Ну да. О, нет. Ты опять вышел из образа полубырь. Осталось последнее платье, давайте посмотрим. Вот оно, понимаете? Сначала кажется, что хорошо, что плохо, потом кажется, что хорошо, а потом все-таки оказывается плохо. Грустно. Нет, это просто невозможно. И никто ее больше никогда не видел. Нет, ладно, я досниму это видео. Но, ребят, это платье. Мать его, это платье стоило 2 с лишним тысячи, для Алика дорого. Посмотрите, пожалуйста, даже не нужно его надевать. Во-первых, какое оно огромное. А во-вторых, скажите, пожалуйста, есть хотя бы одна женщина, у которой грудь выглядит вот так? Я в ужасе. Почему платье из нормального магазина, у которого были отличные отзывы, имеет вот такую грудь? Понимаете, это даже не нулевой размер. Ну, это даже на мужчине будет, у которого нет груди, плохо смотреться. Потому что это катастрофа. Тут никаких выточек под грудь нет, тут просто вот эта вот хрень. Я хочу вернуть это платье, или я не знаю, что с этим делать, потому что, ну, оно единственная вещь по качеству из того, что я показывала, норм. Но я безумно сильно в разочаровании. Но мы продолжим. Я не понимаю, как искать вещи на Алике. Я все вещи, которые подбирала,
Я подбирала для того, чтобы их носить. И почему из всего этого списка только пара может быть вещей норм? Не считай, очки, очки класс. Реально. Почему? Ты заказываешь вот это, в отзывах ее этому ставят 5 звезд, там 4, 8, 4, 9. А по факту тебе приходит вот это вот платье, которое вообще не то чтобы не по размеру. Я вообще не понимаю, это создано на человеческую особь. Или на какую? На девианта, разве что. Блин, не представляю даже, как его закастомить так, чтобы оно нормально было, а не вот этот кринж. Я не знаю, что сказать. Если вы сможете откомментировать, почему это находится вот здесь, в то время как моя грудь здесь. И нет, она не обвисшая, просто в целом, ну, здесь человеческая грудь быть никак не может. Вот, если вы знаете, что сказать, скажите, потому что я, например, без понятия. Кажется, у меня проблемы, и мне срочно нужно на пластику груди. Есть вероятность, что она у меня очень сильно обвисла. До пупка. Если что. Что это? А, вот это типа вместо груди. Я думаю, знаешь, как у пацанов бывают кармашки такие. Нет, Давид, это не кармашки. Ну, вообще, оно в принципе как скатерть, поэтому можно порезать на куски и использовать как этот для тряпок. Оцени, пожалуйста, это платье от 1 до 10. Ноль. Где ноль, это ультрахерово. Очень грустное платье. Это невыносимо плохо. Я не понимаю, почему это настолько плохо. Оно дорогое. И оно по качеству хорошее, понимаешь? Сколько ты наших денег потратила на это платье? Я потратила свои деньги. Ты, пожалуйста, к моему слову наше не это, да, не надо. Пришел повыпендриваться сюда со своей гетеромужской вайбой. Абсолютный ноль. Ладно, я слишком расстроена. Давайте посмотрим еще пару вещей. Остальные вещи перенесем на следующий видос, потому что их тут еще много. И я просто не хочу их открывать. У меня слишком сильное разочарование в этом всем. Я уже ничего не жду. Что это? Это брюки. По-моему, эти брюки я заказывала не себе, а Давиду. Посмотрим еще одну вещь, потому что это явно не на меня. Вот, что-то маленькое. А! Гольфы на руки. Все. Ладно, вроде это выглядит нормально, но потому что, знаете, это сделано буквально из материалов, из которых сделаны носки, поэтому эта вещь выглядит так. Я мама Миса, здравствуйте. Надеваем носок на руку. Это явно не было так предусмотрено. Как можно было обосраться мне в том, что именно мне сегодня так сильно повезло, и мне прислали дырявую штуку. Не скажу, что сильно разочаруюсь, потому что я могу это зашить, конечно. Естественно, возвращать то, что 190 рублей, я не стану, мне слишком лень. Но почему? Why? 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 Ладно, дорогие друзья, мне нужно утихомирить мой жопный пыл. Я пойду остужусь. Вы пока можете посмотреть мои другие видео, потому что с Аликом мне их много. И напишите, что бы вот вы поделали на моем месте, если бы вам пришли вещи, а они как бы говно. Я разочарована. Пока. Надеюсь, то, что лежит там, будет лучше. Продавец, который мне его отправил, он, знаете, что сделал? Он меня наебал. Мне удобно доставать. Вот это ты, конечно, тоже дурак. Спасибо. Но оно реально со вкусом горячего шоколада. На себя лучше так не резать. Какая красивая тушь! Нет! И вот рисуешь ты или стрелку, или бровь такую идеально тонкую, и прям... Здесь тоже написано, что они должны быть со вкусом шоколада.